перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Привет всем, фраза T-Fest Fun. Всем привет. Альбом 19 февраля. Я нормально. Альбом выходит 19 февраля, ребят. 19 февраля. Казахстан, привет. Архангельск, салют. Versus Fresh Blood. Мой год. Наконец-то. Черри-бари. Белгород, салют. Волгоград, привет. Я в Москве уже вот приехал из Питера. Версусом нормально, отобрали там 20 заявок предварительно. Блин, да что же вы про альбом-то? Я же сказал, 19-го, вот через 5 дней релиз, ребят. Держишь ли связь с Мезой? Нет. Есть кто-то с твоим флоу? Нет. Таких тоже. Не знаю. Привет. Был, да, в галерее недавно. Еду в сторону дома. Бро, как ты? Да, нормально. Здорово. Здорово, братан. Я еду в сторону дома, короче, по Москве.
Пробки, пиздец. Как погода у вас там? Слушай, у нас, кстати, неплохая. Наверное, плюс 2, плюс 1, что-то в этом роде. Это у нас неплохая, считается. Минус 5. А, минус 5. Погода неплохая. Минус... Бля. Короче, мы делаем, делаем с пацанами программу. Какую? И ты будешь там... Что за программа? Ближайшим гостем, я так тебе могу сказать. А, мы делаем, типа, смокбокс с пацанами. Бля, что я на нем буду делать, скажи но, мне? Но ты не будешь курить. Ну окей. Я тяжку одну сделаю. И, мне с тобой будет эфир, где ты будешь просто вапить, как бы. А, окей. А вот. Это будет через Инстаграм или вживую? Нет, это будет вживую, прям мы будем приглашать разных ребят. Это будет передача о культуре, курение. О культуре, о истории и культуре. Я понял. Курение? Нет, хип-хоп, братан. А, хип-хопа, я понял. Будут затронуты многие старые личности, легенды, и мы будем обсуждать становление их на путь, и их творчество, и чем они вообще выделяются и так далее. Охуенно, охуенно. Это с кем вы делаете проект? Этот, мы с ребятами с Москвы делаем это все. Это интересно, да. Я, кстати, Артема видел в Питере, когда был. И как он? Нормально, нормально. Знаю, да? Я первый раз его вживую увидел. Ну, он нормальный парень, спортсмен. Бля, в Питере, конечно, как Робби, бля, звезда, блядь, повисел. Полный пиздец там. Вообще. Что ты говоришь? В Питере, говорю, повисел, как рок-звезда. Там вообще полный пиздец. Видел всех, на тебе видео скидывал, ты понял. Да, 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 ты чувствуешь, со всеми нужными людьми ты повидался. Да, да, да. Ну, здорово, в общем. Я смотрю фильм, где очень серьезный состав актерский. Как он называется? Что за фильм? Сейчас тебе скажу. А, «Убийство в Восточном экспрессе». Как? Смотри, бля, еще, я не видел. Смотри, я не видел. У Малого еще день рождения. Он поздравляю, там... поздравляю. Поздравляю. Желаю хип-хапа много телок денег. Спасибо, спасибо. Цаца. Тебе папа русского рэпа. Спасибо, папа. Спасибо, папа. Ну чё, я, короче, пойду тогда, чайку себе налью. Давай, братиш, ты давай, на связь. Ты домой, рад тебя был видеть. Рад тебя тоже был видеть. Пиши, чё, как там, ладно? Хорошо, давай, на связи. Давай, обнимашки. Прикинь, что-то мне как-то не пошло. Ну, я самое начало тут начала. Там, типа, это что, триллер? Нет, это не триллер, это какой-то детектив, типа в поезде убивают какого-то чела, а так случайно получается, что там вроде сыщик должен быть в этом вагоне. Ну понятно, надо посмотреть, короче. Ребята, посоветуйте, что посмотреть, короче, какое кино? Что-нибудь такое прям ух? «Дуэль братьев». А, ну, ты смотрел вот «Три билборда»? Нет. Новый фильм, посмотри, нет. Будешь плакать, как всегда. Че, правда? Он очень трогательный? Ну такой, да, есть. Тебе над чем поплакать. Нас-то не, нас-то не проймешь. А ты не плакал, да? Я, конечно, нет. Ага, по-любому там. Ой. Прослезился немножко. Ну да, хорошо прослезил. Ой, ты меня знаешь, я же этот, непробираемый, ничем. Чуть-чуть я бы и рад был прослезиться, но, к сожалению, не вышло ничего. Так, «Движение вверх» я смотрел, да, нормальный фильм. Офигенно. Посмотрел? Да, мне понравился. Он мне напомнил «Легенда номер 17», кстати. Да, мне кажется, этот круче. Привет Артему Василиану. Привет Артему Василиану. Как относитесь к чего? Сипа, я не знаю, что это. Зажигалки? Порнохабка.
Карбатая гора, ад каннибалов. Бля, спасибо, ребят, спасибо за советы. Спасибо. Ты думаешь, это ужастик? Тамбов, привет. Земля не смотрел. Ты смотрела, посмотрела «Земляне»? О, я тебя щал. Селфи с Хабенским. Как относишься к Элджею? Хорошо отношусь. Выдернул самую простую тачку. Здорово. Здорово. Давай поедем левее. Сейчас зайдем в магаз еще. Здесь что-нибудь? Давайте, ладно, все.